Поселок Хлюпино, спортивная школа «Орион». Одинцовский район впервые принимает чемпионат Московской области по тэквондо. Неудивительно, ведь здесь базируется один из ведущих клубов в этом виде спорта – «Ника». А его руководитель Георгий Пучков возглавляет Одинцовскую федерацию. Чемпионат является отборочным. По его итогам будет сформирована сборная Московской области для участия во всероссийском турнире. Здесь около сотни человек в данный момент выступает с разных районов Московской области. Вот. Сильнейшие спортсмены, уже здесь есть чемпионы, призеры России, даже на Европе кто уже занимал то есть места. Рейтинговые спортсмены здесь, очень опытные. Взрослое состязание собрало только сильнейших тэквондистов Подмосковья. Среди тех, кто вышел на татами, спортсменка из Голицына Анастасия Пучко. В свои 16 лет Настя уже мастер спорта. На подмосковном чемпионате одержала безоговорочную победу. Из всех участниц, заявленных в состязании, с ней рискнула сразиться только одна спортсменка. Сегодня у меня был один поединок со взрослой девочкой. Вот, я одержала победу 47-0. Корейское боевое искусство тэквондо в Одинцовском районе заметно окрепло. Во многом благодаря тренерам, работающим в спортивной школе «Орион». Ее воспитанники минувшим летом успели отличиться на первенстве России в Тюмени, на состязаниях ко дню корейско-российской дружбы, а также на рейтинговом турнире «Рига Оупен G1». Тэквондо занимается около 300 человек. У нас работает 5 тренеров по тэквондо, 2 тренера совсем молодые, они когда-то у нас и занимались, и уже получили высшее образование, и начали работать вот в этом году. С 1 сентября уже имеют по группе детей и работают. А так, 2 основных тренера – Кучков, вот, Георгий Александрович, Максим Юрьевич Ким, Пак Людмила пришла, хороший тренер с опытом. То есть мы здесь собрали сливки, можно сказать, очень хорошего качества. По итогам соревнований 9 одинцовских спортсменов завоевали золотые награды, а значит и возможность представлять Подмосковье на чемпионате России, который пройдет с 13 по 19 ноября в Ростове-на-Дону. Кроме того, в копилке одинцовской команды 2 серебряные и 4 бронзовых медали. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».